В куче хлама, на распродаже, во время ремонта, на заднем дворе или просто в чистом поле. Удача может прийти в самый неожиданный момент, в самых неожиданных местах и порой в самом необычном виде. Именно такая история случилась с невероятным везунчиком из Австралии, который нашел самый редкий в мире опал. Камень опал. Его название переводится с древнегреческого как «изменяющий цвет», а с латинского, как «чарующее зрение», относится к числу природных самоцветов, шокирующих разнообразием своей окраски. В мире насчитывается свыше 140 видов этих камней. Шахтер по имени Бобби, фамилию он предпочел скрыть, в один из своих последних рабочих дней в шахте наткнулся на большой сверкающий опал в ведре с обычными камнями. Мужчина решил забрать его себе на память и только спустя 14 лет показал его специалисту. Оказалось, что Бобби нашел невероятно редкий опал. Камень получил название Royal Annie, с английского – королевский. По оценкам экспертов, его начальная стоимость на аукционе 3 миллиона долларов. Кстати, я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись, зайди в описание под видео, уверен, ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки.